Настроение. Добрый день. Привет. Мы поехали на работу. Там стоит сзади. Поехали на работу всей семьей. Но мы-то с Данилом работаем. А эти бездельники. Из салона достань, из салона. Что из салона достать? Кресло вовремя. Зачем ты семечки сюда притащил? Думаешь, не надо семечки? Нет, конечно. Выбросить. Устроил тут. Блин. Все, поехали. Не, значит, выпили, щелкали семечко, а здесь нельзя, да? Все, поехали. Пусть стрелка-то оторвется. Что? Что, Данил достал? Да, достал. Вот. Вчера Данил не работал, так как он приболел. Сегодня ему полегче. И поэтому он сегодня поработает немножко. По поводу переезда в Краснодарский край. Мы еще только едем на разведку. Еще только едем узнать. Не факт, что мы туда переезжаем. Просто посмотреть всю обстановку, все оценить. В гугле читать это вообще бесполезно. Всегда есть две стороны. Одна пишет... Конечно. Да, другая пишет или другой человек пишет нет. Есть и негатив, и позитив. И поэтому нам нужно самим увидеть все это. Прозондировать, узнать. Так что, ребята, к этому не относитесь. Кто-то негативно, кто-то, ну, как-то так. Но вот это вообще, я не знаю, что происходит. Почему в это время 4 часа, уже пробки. Они обычно в 5 часов образуются. Ну, 4:30, но никак не в 4. Наверное, от того, что сегодня предпраздничный день и короткий... Короче, на 1 час. Разве предпраздничный? Сегодня 20 число. Ну и что? Сегодня же суббота. Рабочий получается. За 23. Ой, за 22. Ой, подожди, за 23. Короче, я запуталась. За 22 получается, да. Короче, за все понедельник. Ездят. Все это ездят, подарки закупают, носки закупают. Да какие подарки? Да? Это Эльвина опаздывает. Вот надо же ей. Как это, как назло. Что за закон подлости? Мне нужно вообще в другой район ехать, там двух этих промиков сфотать. Девочек-то я уже нафоткала. Сейчас надо еще других, я опаздываю. Это вообще жесть. Какая у нас погода? Что-то снежок идет. Это у нас Байновский мост. Мы его снимали, но правда вечером. Вот это река Исеть. Дальше вдоль по реке Исеть будут каменные ворота, очень красивые. Там лодочная станция находится, прокат лодок, какой-то теплоход, как он называется, речной трамвайчик, да. Аренда 1500, так дорого, не разгоняйся. Здесь будь, здесь быстрее едет. Я заказала штатив, палку. Палку, штатив. Ну, как у Инны, которую Олег ей сломал. Которую он сломал и не признается в этом. Вот скоро придет. Она была сломана. Да? Ну, ладно. Просто меня подставили жестко. Подстав. Вовка спит. Ох, сегодня суббота. Скоро 23 февраля. А мы 23-го-то еще здесь будем. Mm-hmm. Я еще 24-го работаю. Вот что я придумала. Ко мне записались. Прям настойчиво просились. Сначала не хотела записывать, но думаю, ладно. Я завтра работаю, послезавтра работаю. 23-го никого нету. И в среду, и все. Мы потом выезжаем, не знаю, насколько. Ну там уже по обстоятельствам посмотрим, все это прозондируем. Ну вообще, короче, посмотрим на все это. Что, как там. У нас же все меняется прям на ходу. Мы туда съездим и уедем вообще куда-нибудь в Москву. Все может быть, так что не обессудьте. Я, конечно, тоже читала очень много отзывов, которые переехали. Как бы всем нравится. Ну, всем не всем, но многим. Опять же, читаю отзывы тех, кто там живет постоянно.
не те, кто переехал, а вот эти вот, как там, местные аборигены. Не аборигены? Как оно называется? Ну, местные жители. Да, местные жители. Им, конечно, там что-то не нравится, это не устраивает. Они все, да, они все уезжают в Москву. Кто на заработки, кто вообще на ПМЖ. Тоже об этом читала. Ну, смотрите, каждому свое же. Сегодня тоже прочитала коммент, там кто-то написал. Ник такой, ну, цифры там. Она, да, пишет, что общепит там вообще, в принципе, весь поделен между армянами. Да-да-да, я это тоже читала. Угу. И, в принципе, да, мы тоже этот момент предположили. Но все же съездить нужно, нет, посмотреть. Нет, ну как поделен между, это я не понимаю, там отдельное государство или... Ну, кто-то пишет, типа, мы вчера в 90-е попали на наш эфир, так это получается там 90-е, это что такое вообще? Ну, почему, как он поделен? Это не может быть такого, как поделен-то? Как, ну, у нас даже такого по нет. Каким, я, по каким правилам, законам он вообще поделен? Вообще, на каком основании, разве государство может делить участки? Я не знаю, это бомжи делят свои эти участки, там, я не знаю. Помойки делят. А, блин, в городе участки, блин, это чуть 90-е. Ну так-то да. Мне даже очень это интересно. Очень. Я приеду реально, блин, ну. Что сделаешь? Разнесешь всех? Конечно, построю. Есть Краснодар. Под себя подомнет. Да, там. Кто там? Смотрящего сразу к себе подтяну там, на разговор там, чё, кого там, все дела. Давай паркуйся, меня там ждут. Все дела. Все дела. Ладно, все. Хотел сказать, я уезжаю. Все, уходим. Даня. Чё ты машешь-то? Прощаюсь. С кем? Со мной? Не надо. Нет, не надо с ними. Мы продолжаем. Так, открой нам багажник, у нас там листовки. Маску возьми. Они вот так же закроют. Маску взял? Да. Я думал, ты все камеру. На, держи. Не могу. Бери себе, рви. Одевай маску, я тебя буду фоткать прям сразу же. Все, закрыл? Пойдем это... Отметимся, что мы работаем, что мы на месте. Вон еще приготовили. Здравствуйте. Так, открывай. Ну все, иди, маску одевай, я сейчас это подойду с фоткой. Здравствуй. Бери. Вот это нам нужно раздать. Так, что... так, ну все, идемте. Фоткаться бери. Бери. Бери побольше. Ну все, я отключаюсь. Да. Да? 5 часов зашли, Саша. Хорошо, спасибо. Пока, ну, по факту рассчитаемся потом. Я не знаю, сколько. У нас полчаса, час. Ну, полчаса, полчаса. Мы завтра в 5 вечера придем. Договорились? Мы вам одно говорим, вы стоите. Ну, полчаса. Терминал есть, да? Опять нет терминала. Это что такое? Везде уже эти аквариумы стоят. Я вообще не знаю, почему наличка-то везде. Но мы пока пойдем снимать банкомат. Да, спасибо. Вова, Владимир. 6.
Угу, спасибо. Что, пойдемте? Почему поставить? Пойдемте, чай попьем. А что, не будем в очереди стоять? Ну, может, там рассосется к тому моменту. Какой-то вообще, я не знаю, нигде нет этих терминалов. Что за хрень? Везде наличка нужна. У меня налички уже 100 лет не было. Аттракцион невиданной щедрости. Сейчас покажу. Комплексный обед 210 рублей. По будням мы уже не успели. Это все бизнес-ланч. Получается, да? Чай что-то, да? Данька, ты есть будешь? Я чай буду. Просто чай? Ну там вот. С чем-нибудь. Все чай. Все, пойдемте за чаем. Какой-нибудь этот есть? А картофель фри есть? Да, под заказ 10 минут ждать. Картофель фри, какие 2 стакана. Даже рядом стояла. Данька, бери что-нибудь, ничего не надо. Вот к чаю. Тирамису здесь, во-первых, невкусный, да? И дорогой. Сколько он стоит? 135 рублей. Мы брали 79 или 69, Данька. Сколько? А что мы просто попить, что ли? А, вот там чай. Вон там волки есть. Вот твои пельмени где? Он горячий. Или дома вечером быстрее поймете. Сегодня, кстати. Я говорю, ты что меня по руке бьешь? Эй! Честно, хочешь, да? Если бы были побольше, то да. А что, тебя не пустят туда, да? А ты бы хотел? Хотел бы. Помнишь, это... Вот ты, когда... Тюмени. Тюмени, да. Да, помню. Ну все, попили кофе, пойдем сейчас в одно место. Одно место. Вовка напрыгался, пришел весь красный. Тут, наверное, плохо слышно, потому что там такой шум от этих батутов, от этого детского аттракциона. 5D кинотеатр. 150 рублей. Я ничего не чувствую. Почему? А я чувствую, что это небольшой. Ну, как небольшой? Громко. Дайте 4 жетона.
Собираюсь. Покажи жетон. Что-то не фокусирует сейчас. Что, не можете найти место для жетона? Да. Ну-ка, Вовка, покажи, как ты будешь гонять. Вова, а ты газ какой-то знаешь, как нажимать? Вот, покажи вот, ему. Дайте Вове жетончик. Сейчас, сначала отдадим.
Мы с тобой фотку. Какие-то фоткался тут около мотоцикла. Я тебе как фоткал? С какой стороны? С этой стороны. Я стоял там, стоял бы что-то. Давай. Я не помню, либо в атаку, либо за рулем. Сейчас тут здесь. Ну давай. Сейчас отойдем. Ну ладно, потом сфоткаем фотографии сюда. А что, папа хочет пострелять? Давай. Вдвоем с мамой будете стрелять. А? Слово против защиты? Нет, не Во, сейчас по пальцам попадет. И все. Отпусти меня. Опа. Будем вместе снимать. Застряла, видимо. Нет, не застряла. Она застряла. Да все уже. Да не все еще. Еще одна минута. А как это? Девочки,
Классно! А что у нас это? Все, да? И какой счет? А? И какой счет? Ну все, мы такие отработались, поразвлекались, поехали домой. Его время, потехи час. И поработали, и поразвлекались. Ага, Даня, да? Mm-hmm. Особенно ты. Да. Ну все, всем отличных выходных. Всего доброго, хорошего. Здоровья. Теперь прощаемся? Да, мы прощаемся. Второй раз. А, второй раз, да? Пока-пока.